Всем привет! Я сейчас нахожусь в Крыму. Эти уже здесь лето. 10 апреля у нас сегодня. Приехал сюда к своему другу Андрею. Он уже полгода занимается тоже углем. Сейчас вам покажу, как он работает здесь, какое у него производство, чем он занимается, какие у него результаты. У него очень крутая идея. Вот видите вы то, что на заднем фоне. Это корневище. То есть... Это все говорит о том, что человек любит работу. То есть у нас, допустим, никто вот это вообще не использует. Это, ну, реально, это грязный материал, и с ним никто не хочет работать, потому что его, во-первых, очень тяжело обработать, но тем не менее Андрей взялся, обрабатывает вот эти вещи и зарабатывает на этом неплохо. Сейчас у него есть какое-то расширение, то есть он сейчас делает пятую бочку, ставит. Сейчас вы все это увидите и... Посмотрите. Ничего, если снимаем вас? Да нет. ничего, конечно. Ну вот, друзья, смотрите, тут вот такое производство у Андрея. Андрей живет в Крыму, делает из можжевельника, из плодово-ягодных. Это, я так полагаю, у него все на топку. В работе у него сейчас 4 бочки. Строится, делается пятая. Недавно сварили дровокол такой для расколки древесины, а именно расколки корней. Тебя как зовут? Как зовут? Знакомьтесь. Евгений. Евгений. Приложим инстаграм Евгения. Нет, тоже нет? Конечно, нет. Ладно, тебя вырежем. Самого Андрея показывать не будем по его просьбе. Есть на эти определенные причины. 5 месяцев. А, 5 месяцев? А, переправляет, вот 5 месяцев в итоге работает. Так, Андрей, расскажи, когда ты начал заниматься этим делом и какие вообще результаты, с чего ты начинал, один работал, не один? При Украине вообще начинал, занимался 10 лет, вошли в Россию, как бы приостановилось это дело. С помощью друзей возникла идея опять возобновить все это. И вот потихоньку, как бы, да, стараясь, вот добились такого результата на сегодняшний день. Это с августа месяца, как бы говорят. Мы начали изготавливать первую бочку и постепенно перешли вот на такое количество сейчас.
А ты первоначально сразу с кем-то уже работал или один работал? Я один работал. Потому что ты фотографии отправлял, ты тут один был на складе. Один. И варил сам, да? Варил, мне человек помогал, как бы я и сам варил. Короче, все по-разному. Это с двух бочек, но тут такая смесь была у нас. Человек помогал, сам варил, и вот такое все пошло. Сейчас уже у нас есть сварщик, который, как бы, можно сказать, обслуживает эти печи, как бы, и помогает все варить. Угу. И у тебя получается, как бы, рабочий персонал, два человека, вот, человека. Евгений, да, и Сергей. Сергей. Угу. А какой выход вот у тебя 10-кубовые бочки, какой выход угля, потому что ты же отсеиваешь, ты... Ну, 640, 650, это яблоня выходит. Пытались, как мы не забивали бы бочку, максимально распиливая эти пни, там, не знаю, бревна, короче. Муравей не проползет, но за два мешка надрываться и тратить время на весь день, как бы. Да, проще за это время больше количество циклов сделать, чем ее запихать. Как ты рассказывал, вот ты там 10-15 лет назад еще занимался при Украине, да? Да. А тогда почему закончил это дело, прекратил? У нас люди были, как бы, это сам, приезжающие, пытались заработать, и их устраивал заработок, который я им давал, как бы, это сам. Ну, потом перешли мы в Россию, по воле народа, и все. Мои ребята уехали на Донбасс воевать, по-моему, так. Что-то сложилось. Печально, но... А один в поле не воин. Как бы ты ни хотел, все равно надо коллектив собирать. Ребята наши, допустим, вот крымские, они неработоспособны. И им даешь работу, контролировать надо. Это местные. Тяжеловато. Лучше брать людей, конечно, со стороны. Вот все ребята уже с тобой, сколько они работают? Пять лет. Да. Ну, это вообще круто. Ну, как сказать. 5 лет я малиной занимался еще. В общем, короче, ребята проверенные. А они, то есть, с тобой на малине работали? И на малине, и на угле, короче. То есть всем, чем занимался, они да, с тобой? Да. Верные, проверенные ребята. Андрей, ну вот у тебя сейчас 5 бочек, ну практически 5-я достраивается. Какие планы у тебя дальнейшие? Ты говорил тут транспортерную ленту, транспортеры. Ну, фасовочную машину, фасовочную, как бы, машину. Это самое. И, может, возможно, с того угла еще на печь будет стоять. А еще? Там место позволяет, как бы. Планируем так. У нас есть сады, мы чисто фрукты пытаемся заниматься. Садов постоянно идет обмен, как бы. Получается так, что сады эксплуатацию свою уже, как бы, выработку по урожаям уже. Больше препаратов, но никто за этим, как бы, ну, никто не, как сказать, да? То есть уже дерево отлегшее свое. Да, уже никто не вложит деньги туда. Легче посадить новое, молодое. Да, то есть его на утилизацию. Эксплуатация, да, дерево уже все, но из сада можно так, что 15 лет уже все. Надо его корчевать, садить новое. Возможно, так все и делают. Мы один сад убрали, пока второй, третий, четвертый, а их в Крыму у нас богато, ну, как бы, много очень. И мы с одного места на второй, как бы, и пытаемся находить древесину. Есть ребята, которые именно пилят, занимаются древесиной, они нам ее поставляют, мы пытаемся у них постоянно с ними держать связь. То есть ты древесину у них покупаешь, получается? Да. А сколько, если не секрет, куб? 1000 рублей. Это у нас как береза, как у нас. Да? Да. Ну вот куб, 1000 рублей выходит. Ну это фрукты, как бы, это не знаю. Каждая лягушка хвалит свое болото. Ну я скажу, что много есть ребят, которые занимаются углем, и каждый по возможности берет то сырье, которое есть, находится рядом. У нас есть сырье, там, допустим, с дуба нам невыгодно, потому что он очень дорогой для нас. 1700 два раза, считай. А вот фрукты, как бы, подходят, и все шашлычники, любители, там, я не знаю, очень поощряют этот уголь, короче, он горит хорошо, все. Мы, вот вы заметили, что мы отсеиваем максимально, чтобы не было пыли там, как бы. Я покажу. Бьемся за качество. Смотрите, как ребята отсеивают уголь, то есть они нижние вон как гора. То есть с одной бочки 100-150 килограмм они, получается, угольной пыли отсеивают. А многие люди, производители, так сказать, используют его, добавляют грамм 500-400
4, ну, кто как умудряется. Здесь ребята его осеивают. Будем выходить на новый уровень, возможно, там брикеты, что-то делать с этой пылью. Есть куда применить ее, эту пыль, короче. Вот будем доходить до того уровня, чтобы у нас было максимально безотходное производство. Ну, вот пойдем твои мешки покажем. А, ребят, смотрите, то, что реально говорим, что они отсеивают. Вот. У них уже горы угольной пыли от сева. Они его не выкидывают, ничего. Это на самом деле те же самые деньги, просто его нужно опять переработать. Его нужно либо запрессовать. О, Андрей я тоже одну идейку сказал. Не знаю, пойдет ли по этой идее, либо то, что он хочет сделает, это уже его дело. А склад у тебя вот этот дополнительный, сколько квадратов здесь еще? Тут у тебя расширяться и расширяться. Вообще он предназначен, да, именно для готовой продукции, но у нас не получается ее собрать. То есть что у тебя уже все разбирают? Как горячий хлеб у нас получается. Мы изготовили, нас сразу разобрали, изготовили, разобрали. Вот так происходит. Ну это же хорошо на самом деле. Хорошо, конечно, но хочется... Чтобы мы видели сами уголь, да? Да, у меня есть компаньоны, которые непосредственно его как бы реализуют, и я отвечаю за производство, как бы за изготовку угля, но когда ребята просят уголь, а он еще не остыл, и это такая неразбериха получается, сумасшедшая, надо быстрее, и мы напрягаемся очень сильно, как бы, ну мы ж не роботы, как бы, ну хотелось бы, чтобы создался склад, но он не получается физически. Ну, просто тебе забить нужно, да, чтобы продукции. Продукция, да. Ну вот выходим на этот уровень, побольше печей. Сейчас будем штат набирать, чтобы люди были как бы это самое. Двумя человеками мы не победим тут Крым, чтобы снабдить углем. А где ты продаешь, если не секрет, вообще уголь свой? Частники, магазины. Частные, и да? Шашлычные, да. Сейчас еще сезон начнется, так вообще у тебя... Ну, пока мы вот в стадии раскрутки, как бы, чтобы нас люди познавали наш товар, уголь. Как бы, ну, никто не жалуется, слава богу, как бы, всех устраивает. Боремся за качество, как бы. Я контролирую где-то что-то ребят на своих там, ну, обучаю тому, чтобы выходил нормальный у нас продукт. А покажи свою эту упаковку. Сейчас покажу. Клиенты сказали, что соответствует надпись продукта, и мы как-то гордимся, то, что мы... А, друзья, смотрите, вот они уже такой, ну, мини-бренд сделали, забрендировали свой уголь, то есть это уже вы под себя, да, сделали клише? Под себя, да. По-современному. 2-4 килограмма яблоневого угля, ну, то есть фрукту загоняли. А сколько стоит у вас вот мешок оптом? 120 рублей такой. Оптом, да? Да. Ну, нормально. 10 килограмм берут. А 10-килограммовый стоит у тебя, получается, 380. 380, он будет поднимать цену, потому что ребята на сырье нам тоже поднимают цену. И... Ну, да, соответственно, и вынуждены, как бы, получается, поднять, чтобы в минус не уйти. Да. А расскажи про свой колун. Смотрите, просто здоровенный колун. А колун они используют для расколки пней яблоневых. Да, корневищ, пней. А это те вещи, которые, ну, просто так человек не расколет ни с пилой, ни с дровоколом. Не, пилой можно, но мы попадаем постоянно на цепи. На свечи мы немножко рады, что нас в нашей работе появился станок. Станок, да. Я бы еще максимально, вот у нас был 5,5 мешок киловатт, ну, поменяли 1,5 киловатт. И то он подсаживается, останавливается, нагрузка есть. Не греется? Масло греется где-то 2 часа, мы работаем сейчас, вот весеннее время, не знаю, в летнее время, как это будет происходить. Может, придется какой-то охладитель делать. Ну, залили 40 литров масла, вот сейчас работаем на этом масле. Ну, подогревается чуть-чуть, там, незначительно, но горячее вообще. Ну, это, в принципе, рабочий... Рабочий момент, да, я скажу так. Вот фильтр сделали, поехал в трактор. Вот этот фильтр, да? Вот этот фильтр, да. Он у тебя разборный получается еще? Он получается, мы взяли ёршики в магазине для посуды, забили его. Грубой очистки сделали. Масло через него проходит, заварили его, заглушили. Не знаю, на какой срок эксплуатации это пойдет, но пока работает.
Интересное решение. А когда мы приобрели, хотели поставить трактор на этом, люди меняют на НТЗ-82. Мы это, фильтра, получается, там стоят, там идет, как же этот самый называется, еще так, сейчас, центрофуга. Центрофуга. Ее меняют, как бы, это самое, устанавливают туда фильтра быстрой съемки и обыкновенные автомобильные там, ну, рассчитанные. Мы хотели установить его, но продавец сказал, что будут разрывать. Но мы не стали рисковать. Плита это, конечно, мы ее приобрели, но решили, чтобы уже маслом не обливаться и не делать лужу. Взяли такое, сварили с головы. Все. Ну, пока работает. Ну, да, будет работать. Да. Расскажи про свою вот эту новую бочку. А-а-а. Сколько кубов она и... Короче, она 25 кубов. Когда мы ее покупали, у нее задняя, получается, мы сделали так, что там был конус. Это на пилорамах она была под сбор опилок. Конус стоял. Мы его срезали, докупили листы, пятерку. И обварили, как бы, это самое сейчас. Ну, топка, конечно, хотелось бы толще, чтобы была. Будем пробовать. Ну, все идентично, как бы, вот этих бочек, как бы, там, все вот. Сколько она, типа, идет? 2,5 тонны должна дать? Я не знаю, как Бог даст, я не знаю. 1,5 тонны, 2 тонны, что она даст, я не знаю. Ну, желательно ее забивать сухой древесиной. Ее надо утеплить максимально сильно еще, чтобы КПД не расходилось. А ты вообще без утепления пробовал топить, нет? Я пробовал. Вот если у меня бочки все утепленные, получается, то задняя сторона и передняя сторона бочки, она не была утеплена. Мы дольше топили, и КПД расходилось. Ну, улицу. На улицу топил, улицу грел. Да. А уголь не, в итоге там... А он не догоревший был. А у тебя сколько процентов не догорает? Вот, да, если так, я не знаю. Это вот это сейчас вот подгрузил? Вот эта кучка, да, да. Серьезно? Да. Кучка не догорает. Вот это. Ну, это же вообще ерунда. Ну, мы хотим вот утеплить листовым. То есть, смотрите, с одной топки тут, блин, тут вообще 0,0 не догорает. Это, ну, вообще шикарный показатель. Ну, короче, это за счет утепления как раз таки, да? Если бы, да, утепления не было... Еще раз, вот, это получается рулоны у нас, короче, да, утеплитель минвата. А еще взять листовой, то есть утеплить максимально перед-зад, да, тогда мы будем, соответственно, будем экономить КПД и будет 0 недогаров, скажу так. Ну, и по времени изготовления будет меньше. Да, да, да. На пару часов точно. Точно, да. Вот если ребята показывают, что у них там на улицах стоят, они там тем самым минватой, потом, короче, профнастилом утепляют, они стоят на улице, здесь помещение, как бы, да, ну, конечно, утеплите, надо максимально одеть ее, как я называю, там, укутать ее. Ну да, в итоге сэкономишь больше и заработаешь, соответственно. Когда эта бочка, опять же, тоже с интернета были. У меня были раньше, это пиролизна, да, мы называем? Да, да, да. А то был этот сам, ну, я газовый называю, те были пиролизные, прямой доступ огня был, как бы, вот это сам. Да, 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 прямой доступ огня, вот такое было. Еще тоже, ты парня снимал, мужчину, да, уже взрослого, у него тоже печка дымит. Тут недалеко, как бы, это самое, Крым еще... борется за экологию. Ну, дыма практически нет. Я разрабатывал такой момент, что есть вообще ноль дыма. Вот я смотрел в Ютубе, там мужчина один разработал фильтр такой. Это, кстати, я тоже думал, знаешь, чем? За счет конденсата воды. Воды, да, да, да. Тоже вот, типа это? Вот, и вот я это тоже видел, да, я хочу это приобрести. А я не видел, я думал об этом. Да? Я не смотрел даже ничего. А ты, я, вот смотри, он такой интересный фильтр сварил, там насос цепляется, трубы, как бы, соответственно, это все прогоняется, вода глушит это все, в воде оседает это все, маленький насос. Интересно очень, он показывает, знаешь, крематорий там. Бочка, горит скат. Вот представь, что там внутри, он открывает крышку, смотрите, говорит, что там творится. А вверх поднимает камеру, то дыма ноль вообще. Вообще просто стоит труба. Это за счет воды, этого насоса, все оседает. Как оно там глушится, ну, технология очень интересная. И в дальнейшем, возможно, я такие поставлю.
хотя бы одну купить, а там с помощью мозгов, людей. Да, сам уже там доделаешь, переделаешь. Можно, да, да, сотворить. Ну, очень интересно. А ты в топке что используешь? В топке я использую сосну, тополь, все, что горит, как бы, это со мной. Отходы, бумагу вот нам подгоняют там. И бумагой топишь? Бумагой. Нам подогнали 2 КАМАЗа бумаги раз. Вот представь, бумагой, паками там, все вот такое. Насколько хватило? Короче, ну, 2 бочки вытопил. Фига себе. Да, а так все, что горит, там, ветки, ну, вот сосна, вот, посмотри, вот сюда, подожди камеру. Направо? А это вон те, которые это, да? Ну, вот они лежат, у нас уже чуть-чуть осталось там. Было 7 КАМАЗов где-то. Сколько вот процентов, вот, допустим, заряжаешь туда 10 кубов, в процентуре сколько нужно дров, чтобы изготовить эти 10 кубов угля? Так, в кубах, короче... Ну, тебе сколько лезет сюда? Пол КАМАЗа, КАМАЗ? Вот, короче, у меня 2 КАМАЗа, это 3 бочки. Ага. В КАМАЗе 15 кладов, получается, я беру. Ага. Вот, вот такой выход. А на топку сколько уходит дров? На топку КАМАЗ точно идет. На топку всех бочек? Всех бочек. А, да. Ну это нормально. Нифига, если у тебя один к одному был бы. Одна бочка и одна бочка еще для топки. Не-не-не-не. Поддоны там, все, что горит, как бы это самое. Ребята подгоняли поддоны. То со строек, бушку, что-нибудь. Ну такое вот. Ну они топили там. А ну вот смотрите, у территории Андрея. Она небольшая, как бы хотелось бы. А вот там это чье? Это соседи у меня там держат кури. А, не курица? Я думаю, чего у тебя куда хочет там? Я думаю, это твои. А это у меня здесь есть свои курицы. Да. Пойдем посмотрим твой еще один склад. Также посмотрим твою бытовку. Вот люди сейчас вот так вот живут, получается. Ага. Друзья, смотрите, еще второй складище. Тоже у Андрея большие планы на него. Чем будешь здесь заниматься? Тоже по углю? Думаю, древесину, как бы дуб на фасовку, я не знаю. Ну, есть варианты. Я сейчас не буду говорить, что будет. Как, ну да, не рассказывай. Как. Да, но максимально задействую каждый угол, чтобы приносил финансы. Это до конца, получается, весь склад, да? Да, до конца весь склад. Давай пройдем уж. Это у тебя первая топка, наверное, да? Нет, здесь была. А, была уже? Была, да. Ты непосредственно на этой территории сколько? Этой территории по квадратам? Нет, ты уже работаешь 5 месяцев? 5 месяцев, 5 месяцев. Вот, вишка, куда ты? Ты же хорошо. О, там еще склад, еще... Сюда, у да. тебя Г-образный, да? Ну, он такой, да. Наверное, ферму будешь делать, да? У меня были тут поросята. Ага. Что, перестал заниматься? Ну, была бы смесь. Мне подарили поросят. Мы их вырастили, перед Новым годом зарезали. На Новый год даже. Были с мясом. Но поняли, что надо... Сани надо готовить это самое летом, да? Ну да. И так же самое это самое. У нас идет уборка пшеницы, ячменя. Надо заготовить в августе и держать весь год. Там цена другая, 7 рублей, допустим, за килограмм, да, это все выходит. Ну, и да. Чем мы берем? Сейчас берем 15-20 килограмм, 20 рублей. Очень космос какой-то. 50% ты мог купить посеять. Одно радует, что ты сам кормил его. Это, слушай, у тебя крыша здесь, она из чего сделана? Крыша, вот я привез этот шифер, маленький листовой шифер, он уже не существует в производстве, как бы, я там нашел стопку и купил у человека, как бы, вот будем... Ты, получается, перекрыл там уже или не, что? Не-не-не, вот... В одном она месте... у тебя двухскатная или односкатная? Она двухскатная, да, ну, будем реставрировать, как бы, по возможности. Сейчас мы думаем надо всем, еще куча вариантов, знаете, что Москва ж не сразу строилась. Ну, да. Надо этапы какие-то. Главное, чтобы была цель, желание было. А, душ, да? Да, там душ, сейчас. Короче. Пока не разделся, друзья, все условия, душ, помыться. Постираться. А это у тебя бытовка или что? Нет, тут говорят, ребята. Кушают здесь, да? Да. Мини-кухни. Не, молодцы, слушай. Как бы все условия.
А то я грязный домой ехал. Уголь выгрузили чистый. А эта бытовка покупная, которую ты за сколько взял? За 120 тысяч купили. Думал, как бы печи горят, рационально использовать деньги. Ну, чтобы туда-сюда не ездить. Да, не ездить туда-сюда, на дорогу, на бензин, все. Сейчас мы в стадии развития всех дел наших. И экономим финансы. Проходи. Чай будем пить. У нас еще и чаем угощают. Да. Башкирские тунеядцы. Шучу, шучу. Приятно. То есть ты практически живешь? Какой сыр? Любейский. Мы там живем. Сюда его нашли. Да. Здесь? Да. Вот в магазине. Это популярный сыр. Я думал, здесь. Да. Не ругайся. Все, красавчик. Ну вот, друзья, посмотрели, чем занимается Андрей. Напишите свои комментарии, может, у вас какие-то там будут дополнительные вопросы. Андрей это все прочитает, и я вам отвечу то, что он там скажет, либо я какие-то контакты его отдам. Он занимается в Крыму уже полгода, как бы у него есть, тьфу-тьфу, хороший результат. У него есть отличный результат, и думаю, что он добьется больших успехов. Смотрите за ним, возможно, он когда-нибудь тоже создаст канал. А если он это сделает, я про него расскажу и все контакты его вам передам. Думаю, вам будет тоже это интересно. Он реально с нуля начинал. То есть, то, что вы здесь увидели сейчас, склады, коморочку, это все то, что сейчас он имеет. То есть, некоторое время назад он, ну, реально у него там не было таких результатов. Он, как сам говорил, я жил в машине, поставил себе цель и сейчас вот двигается к ней, соответственно, зарабатывает на угле. На самом деле история Андрея очень интересная. Лет 10 назад он занимался также углем, были у него партнеры, тогда это они еще работали при Украине. Делали уголь они не в бочках, а в земле, то есть использовали насыпной тип, получается, угли складываются, большой кучкой, накрываются сперва соломой, потом сеном, сперва соломой, потом землей, либо пылью древесной. В центре делается отверстие, туда закладывается, так сказать, огонь, то есть разжигается вот эта вся куча, и постепенно туда дается кислород, с помощью палки делаются отверстия в этой земле, и поступает кислород, и где-то открывают поступление кислорода, где-то закрывают поступление кислорода, и, соответственно, таким грязным методом сейчас даже Бразилия, Чили, в Италии, в Испании, как бы эта система, эта технология до сих пор работает, но Андрей от этого отошел, то есть он перерос это все дело, и уже с новыми целями и новыми идеями как бы начал заниматься, и сейчас он у него бочки все пиролизного типа и не с плохим, в принципе, выходом угля. Также он уголь отсеивает, то есть он как бы не, конкуренции, так сказать, не боится, соответственно, спрос на его уголь очень хорош. Как говорю, человек интересен, он нас встретил, накормил, напоил, все рассказал. Сейчас вот мы у него на базе, все засняли для вас и покажем, как у него все это работает. К сожалению, он свое лицо не захотел показать пока, но в будущем, возможно, он создаст YouTube-канал, и вы будете все его смотреть за его развитием, за его успехом. Вот, если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на YouTube канал. А потом уже поедем, когда домой, поедем через Сочи, затем заедем в Абхазию. В Абхазии тоже хочу снять фильм про человека, который тоже занимается углем. Вот, то есть у нас такой насыщенный трип, такие дела. Ну все, друзья, всем пока, всем удачи.